Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня речь пойдет об Объединенном фронте трудящихся, который был создан летом 1989 года теми людьми, которые организовали общество научного коммунизма. Год шла такая большая широкая пропаганда и в Ленинграде, и в Ленинградской области, и в Москве, и в некоторых других городах. И мы заметили, что и по всей стране множатся разного рода общественные организации, в том числе по преимуществу как раз антисоветские. Такая интеллигенция буржуазного свойства, значит, их делала в основном. И надо сказать, что вот этот напор, он отражал кризисные отношения в обществе. То есть к 91 году кризис, развивавшийся вместе с горбачевским руководством, он уже стал настолько острым, что стал ощущаться и широкой массой людей, и руководством самим, ну и, конечно, такими интеллигентными культурными слоями. И поэтому народ, он перешел к самоорганизации. Буржуазная часть людей, значит, она организовала буржуазные организации, рабочая, такая пролетарская интеллигенция, коммунистические организации. Ну и надо сказать, что вот это наше движение общества научного коммунизма, оно, в общем, сыграло такую положительную роль в организации именно трудового элемента, в организации подлинно демократических слоев нашего общества. И надо сказать, что теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что никакого движения более радикального, более умного и более энергичного коммунистического, я думаю, что в то время не было. А с другой стороны, вот эта борьба этих клубов, мелких этих организаций, она показала тенденцию. Тенденцию организации вокруг вот этих клубов и таких небольших кружков, значит, уже более широких объединений, более широких организаций, с другой стороны, и с более глубокими, значит, требованиями и амбициями. Скажем, ну, мы увидели, что буржуазная публика, она собирается вокруг клуба «Перестройка», был такой в Ленинграде. Этот клуб «Перестройка» организовали и вели как раз вот эти так называемые младореформаторами. Там заведовали Чубайс и приезжавший из Москвы Егор Гайдар. В нем росли, воспитывались Кудрин, Сергей Филиппов, нынче подзабытый, Алексей Миллер, Ларионов, там Васильев был, ну и другие деятели. И они в этом клубе «Перестройка» уже открыто пропагандировали рынок, под которым четко подразумевался капитализм, пропагандировали модернизацию, под которой четко, значит, прочитывался капитализм. И фактически это было уже наступление на партию. И поскольку мы видели, что сверху никакого достойного ответа нет, но мы вынуждены были взять на себя вот эту организацию. Избирательная кампания осталась в прошлом, но атмосфера политической активности выплеснула в жизнь новые общественные формирования. В Ленинграде создан Объединенный фронт трудящихся. Из многих клубов при участии общественных организаций образовался и Ленинградский народный фронт. Иногда на общество научного коммунизма и на Объединенный фронт трудящихся говорили и говорят, что, дескать, нас создал там обком или какие-то партийные, официальные партийные структуры. Ничего подобного, наоборот, это мы толкали, значит, в спину и за шиворот партийных работников, партийный аппарат ленинградский, вышибали из них там эти, значит,
аудитории, где можно выступить, аудитории, где можно собираться, места, где можно провести митинги и так далее и тому подобное. Скорее даже, теперь я понимаю, что аппарат уже тогда работал на вот эти демократические структуры. Это впору сказать, что демократы, они пользовались поддержкой аппарата сверху. Во главе этого, этой поддержки стоял Александр Николаевич Яковлев. И фактически мы-то были такой подлинно демократичной силой и структурой, которая выросла из глубин народа, и никакой она поддержки большой, значит, не видела. И вот, когда в мае 89 года организовалось движение «Единство коммунистическое» под руководством Нины Александровны Андреевой, мы поняли, что ну, ждать нечего, потому что ну, в лучшем случае, кроме нас, вот может что-то такое сделать лазунговая Нина Александровна при всем к ней уважении. А серьезного чего-то глубокого, кроме нас, делать некому. Вот. И тогда мы приняли решение, что значит, будем создавать Объединенный фронт трудящихся. Объединенный фронт трудящихся, и в нем такой как бы совет движений трудящихся, таких движений, которые выражают интересы широкого круга трудящихся. Ну и надо сказать, что значит, сначала мы создали такую ленинградскую организацию и конференцию таких ленинградских коммунистических сил, создали Ленинградскую организацию Объединенного фронта трудящихся в июне. Вот, провели за месяц буквально большую работу, значит, укрепили свои связи с республиками, прежде всего, конечно, с Украиной. Потом в это время уже созрели такие же движения единства в Латвии, в Литве, в Молдавии. Значит, и мы подумали, что мы можем создать такую вот общесоюзную организацию, которая бы могла, значит, выставить интересы трудящихся, сформулировать эти интересы и их отстаивать уже в серьезной политической борьбе. Поэтому в июле этого же года, через месяц, я говорю, мы сумели организовать съезд, значит, вот этих республик СССР, и провели учредительный съезд Объединенного фронта трудящихся сразу СССР. И надо сказать, что это тогда было довольно крупным событием, и подключились довольно серьезные силы к этой работе, в том числе, скажем, такой видный в то время, известный в то время рабочий Ярин, депутат Верховного Совета СССР, вот такой во многих отношениях авторитетный, значит, человек со знаменитого этого завода Новокузнецкого, трубного завода-то. Вот. Наши здесь ученые подключились, московские ученые, ну, тот круг, который входил в общество научного коммунизма. Но за рабочий класс выступила такая пролетарская интеллигенция, интеллигенция, которая была ориентирована на воспроизводство народа, воспроизводство культуры народной, пролетарской. И это, прежде всего, видные такие экономисты, философы, отчасти политологи. Скажем, из экономистов это, прежде всего, Василий Яковлевич Ельмеев, доктор экономических наук, кстати, он был и доктором философских наук, профессор Ленинградского государственного университета. Михаил Васильевич Попов, он доктор и профессор Ленинградского университета и профессор Института повышения квалификации при ЛГУ. Долгов Виктор Георгиевич тоже с экономического, значит, факультета. Тоже он как раз защитил тут кандидатскую диссертацию, стал, значит, доктором и профессором.
Одно время потом он работал и ректором Ленинградского государственного университета. Золотов Александр Владимирович из Нижнего Новгорода был активным членом, и даже какой-то съезд ОФТ мы проводили в Нижнем Новгороде в контакте с профсоюзом нижегородским. Вот, был такой очень интересный человек Рюмин Валентин Александрович. Вот, он предложил интересную идею, выступал в клубе «За и против» и говорит: «Я предлагаю столицу сделать переменной. Например, один год в Москве, другой в Ленинграде, третий год в Вологде, четвертый, значит, еще где-нибудь севернее, с тем, чтобы бюрократия по мере ее, значит, передислокации отсекалась бы, терялась бы, а государственный аппарат сохранялся бы чистым». Я помню, была такая бурная организация зала на эту идею. Был такой с их же кафедры научного коммунизма Владимир Иванович Еременко, кандидат философских наук, доцент. Вот. Снежков Александр Васильевич, кандидат философских наук из высшей партийной школы ленинградской. Да много было людей толковых из вот такого рода интеллигенции. И надо сказать, что вот этот учредительный съезд, который прошел в здании Ленсовета, значит, у метро, напротив метро Петроградская, он, значит, как-то сразу, быстро, оперативно решил все программные организационные вопросы. Почему? Потому что база в обществе научного коммунизма уже подготовленная, и весь этот круг людей, он с этим идеей был, в общем, знаком по этому идее, но он был подготовлен. И вот уже на этом учредительном съезде тогда я обратил внимание на интересный момент. Значит, довольно большой зал заполнен делегатами, а на задних скамьях, значит, притаились работники обкома. Там первый секретарь тогда был, сейчас уже забыл я его фамилию, Фатеев, что ли. Еще кто-то, такая группка сидела и наблюдала. Я понял, она наблюдала и за нами, и за, значит, клубом «Перестройка», и за формировавшимся Ленинградским народным фронтом, и думала, кто же победит. И кто победит, к тому она и примажется. Вот. Вот тогда я сделал вывод. Почему-то вот их поведение такое, оно вызвало такое ощущение. Из партийных работников тогда нам помогал только первый секретарь Петроградского райкома КПСС Раков Юрий Евгеньевич. Молодой, энергичный. Когда он нас узнал, пригласил к себе в райком, поговорили, обсудили. Ну, у него тоже взгляды были близкие к нам. Говорит: ребята, Аврора стоит у меня тут рядом, так что в случае чего помогут. Вот, шутил он так. Ну и вот эта помощь его, она, конечно, оказалась такой очень значительной и в плане помещений тогда, и в плане организации учредительного съезда Объединенного фронта трудящихся СССР, ну и в каких-то других отношениях. И надо сказать, что тогда у него собирались во внерабочее время, значит, представители некоторых заводов, в том числе руководители, значит, директора даже были заводов, обсуждали проблемы, обсуждали перспективы, принимали некоторые решения и даже и проводили их в жизнь. И надо сказать, что обстановка борьбы и наверху, и внизу, и между вот этими, значит, организациями новыми, она обострялась буквально месяц от месяца или месяц к месяцу. Каждый месяц что-нибудь новое, каждый месяц какая-то борьба, каждый месяц какие-то события.
Поэтому нужно было быстро-быстро все это организовывать, реагировать, бороться, писать, выступать. И надо сказать, что мы тогда, ну, не знали ни сна, ни отдыха. Работали тогда каждый день. Ну, слава богу, нам работа позволяла преподавательская. Скажем, там прочитаешь лекции на работе или семинары проведешь и включаешься, значит, в эту общественную работу. Ну и в сентябре, значит, мы уже провели съезд Объединенного фронта трудящихся России. Значит, сначала вот мы организовали в СССР на базе Ленинградского, Московского и Республиканских, а осенью 89 года и Российский Объединенный фронт трудящихся. Ну и надо сказать, что уже мы здесь были подготовлены серьезно, в частности, разработали положение об Объединенном фронте трудящихся Ленинграда и Ленинградской области. И надо сказать, что вот это положение, оно уже формулировало так это серьезно задачи, серьезно основные цели движение ставило, и это был какой-то документ, которым, в общем, значит, руководствовались товарищи в Ленинградской области. Ну и, скажем, подтянулись рабочие из Ленинградской области, рабочие Ленинграда у нас уже были, они ходили в клуб «За и против», а тут начали подтягиваться и рабочие из области. Ну и, скажем, выдающиеся тут такие рабочие подтянулись, как вот Николай Половодов, потом был такой Цемляков с Парголовского завода, очень толковый, энергичный был человек. Провели они за полтора или за два года, сменили 4 директоров завода. Вот теперь издалека уже думается, значит, правильно ли было это менять 4 директоров. Надо было уж, если менять, то одного, но такого серьезного, с которым можно много лет работать и побеждать. А это, видимо, все-таки были такие настроения момента. Но, тем не менее, я говорю, что такой выделился кадр рабочих, и мы тогда уже поставили задачу, значит, на сближение нашего такого, скорее, идейного течения общества научного коммунизма, сближение с рабочим классом, то есть где-то ориентацию на создание коммунистической партии. Но до партии все-таки было еще рано, поэтому все эти организации, Ленинградский народный фронт, и движение единства, и Объединенный фронт трудящихся, и какие-то там другие, значит, организации, они были все-таки промежуточным звеном между вот этими первоначальными клубами и такими камерными движениями к созданию партии. Вскоре началось вот это движение многопартийности, стали возникать буржуазные партии, и Объединенный фронт трудящихся тоже понял, что здесь он ничего нового, так сказать, не придумывает, а просто жизнь, она, видимо, переходит к следующему этапу, этапу уже партийного строительства, партийной борьбы, то есть перевод этих общественных фактических движений, общественно-политических движений в сугубо политическую форму. Хотя, надо сказать, что и защита непосредственных интересов трудящихся, она все-таки была здесь еще на первом, как бы, плане. Почему? Потому что это время, когда началось такое уже энергичное разложение КПСС. И в это время, в 91-м году, но уже и в конце 89-го, из партии начали массово уходить рабочие. То есть за год в таких больших партийных организациях уходило до 100 рабочих, а кое-где, может быть, даже и больше.
Вот, и это показывало кризисы партии и общества. Поэтому нужно было что-то делать. И мы выступали, значит, и против рынка вообще, и против повышения цен, и против, значит, каких-то там таких вот неправильных методов торговли, против спекуляций, против коррупции, против теневиков и теневой экономики вообще. Ну, по многим позициям, причем не просто в прессе, там, не просто в каких-то выступлениях, а организовывали митинги, причем митинги такие довольно существенные. И, скажем, в конце 89-го и в начале 90-го тут ОФТ провел такие большие, заметные в обществе митинги. Казенов Александр Сергеевич, доцент высшей партийной школы. Товарищи, Россия давно связала свою судьбу с коммунистами. И коммунисты связали свою судьбу с Россией. И дело не в том, не в какой-то статье, а в связи людей с Россией. Сегодня мы живем в такое время, когда масса значительная коммунистов жмется в центр, связала свою судьбу с середкой, с теплой серединочкой. Коммунисты России должны показать пример и выйти на левый революционный фланг, возглавив свой народ. Да здравствует революционная часть коммунистов, стоящая на левом фланге! Ну и даже других таких вот левых или коммунистических митингов их больше не было. Буржуазные были, а коммунистических, кроме Объединенного фронта трудящихся, не было. Причем, еще раз повторяю, что такие массовые митинги. Ну и когда, значит, на почве Объединенного фронта трудящихся мы помогли организоваться рабочим, клубы рабочих за ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки, значит, мы поняли, что это почва для создания советов рабочих. И вот где-то в это время, значит, создался первый такой совет рабочих Ленинграда. Вот, руководили им толковые такие рабочие, Евгений Петрович Тимофеев, Федотов Константин Васильевич, Петров Сергей Петрович с пролетарского завода. Значит, ну, в общем, такие серьезные ребята, серьезные кадры. Вот они, значит, создали вот этот вот совет рабочих и тоже проводили интересные мероприятия, значит, и общественные в Ленинграде, и у себя на работе. В частности, вот эти докеры, Тимофеев и Федотов, они провели так называемую забастовку наоборот. Вот не антизабастовку даже, да, а забастовку наоборот. То есть пришли в субботу, в выходной день, и начали работать. Работа-то была брошена в пятницу, поэтому что там, прийти, завести машину и поехали. И вот они, значит, пришли на работу и давай работать. Вот, там начальству звонят, что что-то у нас тут рабочие работают, говорят, что им разрешили, а команды не было, ну, в общем, паника поднялась там в этом вот, в порту. Приехало начальство. Ну, в общем, так или иначе, но проблемы там они свои решили этой забастовкой наоборот. То есть, как вроде социалистическая забастовка. Ну и другие формы, это только я привожу такой, ну, яркий пример вот этой борьбы. И кроме митингов, статей, вот такого рода забастовки, смены там директоров и так далее, все-таки начали задумываться и о создании партии, что нужна все-таки на самом деле коммунистическая партия. Хотя, значит, создавать новую коммунистическую партию, вроде против КПСС, тоже это как-то было, значит, не очень, потому что тут была бы ситуация, как вроде мы выступаем против коммунизма, против коммунистической партии. Поэтому решили, что нет, здесь надо действовать так. Внутри КПСС
создать вот это мощное движение коммунистическое, которое в жизни уже было, и на его основе организовать Коммунистическую партию Российской Федерации, поскольку в России еще сохранился все-таки костяк, ну, таких серьезных, надежных коммунистов. С одной стороны, конечно, тут была такая опасность раскола, которая грозила еще в начале 50-х годов, и против которой резко выступило и правильно выступило центральное руководство. Вот. Но, с другой стороны, уже жизнь подвела к тому, что руководят откровенные антикоммунисты и фактически контрреволюционеры. Поэтому, значит, так или иначе, но было принято решение организовывать не самостоятельную партию, а попытаться коммунистическую партию Российской Федерации создать и ее как противовес, значит, ревизионистскому руководству КПСС сделать. И вот в январе прошел такой митинг у метро Московской, на котором выступали даже и руководители ленинградской организации, в том числе сам Гедаспов. Вот, наши товарищи выступали, Тюлькин, Терентьев, Попов, некоторые другие. Ну и надо сказать, что этот митинг, он так это прозвенел по всей стране и по всему Советскому Союзу. Его демонстрировали в новостях. Одно из заметных политических событий прошлой недели – многотысячный митинг в Ленинграде. Я поддерживаю призыв к созыву чрезвычайного съезда. Слушай наш голос, Центральный комитет! Остряки выходят с лозунгом «Партия, дай порулить!» Даем, друзья, даем! Да только рулить мы не позволим так, чтобы кораблем перестройки ударить по коммунизму. Партия выходит на площади и улицы, чтобы говорить с народом, с руководством ее, говорить без посредников, без радио, без газет, без телевидения напрямую. И надо сказать, что буржуи, конечно, подиспугались. Но буржуи-то подиспугались, а для Гедаспова и ленинградского руководства это все-таки было каким-то таким, ну, маханием кулаками называется. Махали-махали, а ударить не ударили. Поэтому, не надеясь на них, мы начали действовать сами. Попов Михаил Васильевич, доцент Ленинградского университета. Я думаю, что у нас не изменятся дела в России, если не будет, как во всех других республиках, республиканской партийной организации, как органической составной части КПСС. Нам сегодня дали надзиратели над Россией в лице бюро российского ЦК КПСС. И Михаил Сергеевич занял очередной пост. Я думаю, что и два поста много. И я думаю, что Россия и российские коммунисты в состоянии сами избрать на своем съезде свой центральный комитет. Я думаю, товарищи, что мы не должны тут просто требовать. Я думаю, что вопрос о партии России, вопрос о республиканской партийной организации нашей, это наш вопрос. Мы должны создавать и коммунисты, и беспартийные, должны создавать подготовительные инициативные группы во всех партийных организациях и на всех предприятиях, обсуждать вопрос и о повестке дня съезда, и о тех решениях, которые должны быть приняты, и начать выдвигать кандидатов. Спасибо за внимание. Николай Половодов, рабочий от Транс-прибора. Товарищи, я хочу снова вернуться к непопулярной теме российской партии. Пойти к формированию партии снизу, чтобы всех бюрократов, скоррумпировавших, опоганивших нашу рабочую партию, оставить за бортом. Я думаю, что российские коммунисты могут решить вопрос сами. Я прекрасно знаю российскую глубинку. Два дня из деревни, из Сибири. Так вот, сибиряки говорят, Россия – это не та страна, которую можно поработить. В ней есть силы, которые восстанут и которые победят. И тут наши товарищи
значит, организовались, установили связи с российскими организациями такого рода в России, поехали в Москву и вынудили Горбачева созвать этот съезд. Говорит, если вы не созовете, мы сами созовем этот съезд. И вот под этим давлением Горбачев вынужден был, значит, создать коммунистическую партию, значит, Российской Федерации. Ну и надо сказать, что, конечно, все силы КПСС были брошены на то, чтобы как-то сломать эту КПРСФСР, новую возродившуюся. Было предпринято много действий, и в том числе, я вот помню, меня тогда огорчило. И я впервые столкнулся с этим приемом, как-то осознал это как прием. То, что ярина нашего, Михаил Сергеевич Горбачев, взял свой президентский совет, и там товарищ Ярин, значит, стал помощником и советником президента, который ведет партийный корабль на рифы. Естественно, что Объединенный фронт трудящихся такого позволить себе не мог, вынужден был, значит, выставить этого Ярина, отказаться от него, как от товарища, исключить его из рядов ОФТ, ну и дальше действовали уже самостоятельно. Ну и вот на съезде КПРСР, особенно на втором этапе, выступали Тюлькин, дважды даже, кажется. Ну и нельзя не процитировать выступление представителя Ленинградского инициативного съезда коммунистов России, делегата Тюлькина. Я выступаю по поручению инициативного съезда коммунистов России, который прошел в два этапа в городе Ленинграде, представлял более 1,5 миллиона членов нашей партии и вызвал, я бы сказал, огромный интерес и вместе с тем разноречивую реакцию и в партии, да и в обществе. С нашей точки зрения главное – это определиться с целями партии. Определиться, для чего она существует, куда зовет трудящихся. И от этого зависит, поверит ли ей народ, пойдет ли за ней, поднимется ли ее авторитет. И в конечном итоге от этого зависит, будет ли она авангардной или она будет арьегардной. А не от того, что мы с вами запишем свои программные документы. Некоторые умиляются. Надо же, как хорошо. Как мы развернули демократические процессы. Какой плюрализм. И во главе левых, и во главе правых члены нашей партии. И во главе Объединенного фронта трудящихся, и во главе Народного фронта трудящихся. И те, которые за коммунизм, и те, которые против коммунизма. Все члены нашей партии. А тот, кто сверху... Тот, кто сверху за этим наблюдает и говорит, хорошо, плюрализм, тот главный идеолог партии. Единство – великое слово, но мы выступаем за единство марксистов, а не за единство марксистов с извратителями марксизма. Выступал Михаил Васильевич Попов и уже в открытую сказал о контрреволюции. Является ли перестройка революцией? Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остается записать, и, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали в застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно, и я не собираюсь здесь никого учить, здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Не теневики ли? И не непманы новоявленные? Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы?
О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас купить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. И это тогда, конечно, прозвучало и подействовало как ушат холодной воды и на, значит, делегатов съезда, и на руководство верхнее, и на трудящихся, ну и вообще на многие головы. Что многие поняли, что это, да, это контрреволюция. Правда, вот сейчас, из нашего времени, оглядываясь на тот период, понимаешь, что, конечно, мы недостаточно еще резко ставили вопрос. Мы думали, что дело к контрреволюции еще только идет. Вот она осуществляется и идет, она где-то будет в будущем. Мы боролись за то, чтобы ее не было, чтобы она не произошла. Тогда как на самом деле теперь-то нам, ну, нам давно уже это стало понятно. Ну а теперь особенно, конечно, что уже верхи, они давно не коммунистические, что антисталинизм – это их идеология, а не какие-то случайные выверты или умонастроение такое, вот, которое там изживется через 2-3 поколения. А это действительно антикоммунистическая, антисоциалистическая идеология. И нас этой идеологией фактически подавляли. Тогда мы этого еще не понимали. Мы думали, что так и знали, что, скажем, публично там словословить особо нельзя Сталина где-то. Да? Но фильмы были со Сталиным, в положительные образы, значит, он играл. Теперь в книгах, там в рассуждениях все-таки многие анализировали всерьез там деятельность Сталина. И сталинский период, значит, показывали с хорошей революционной, позитивной стороны. Но, по сути, это уже, значит, была вот такая идеология антикоммунистическая, прикрывавшаяся антисталинизмом. Сейчас многие, значит, задаются вопросом, мол, откуда он там появился, этот антисталинизм, и говорят, что это там Хрущев. Значит, термин этот появился от Троцкого. Троцкий уже в изгнании, значит, там Сталина критиковал. Вот. Ну а Хрущев, как, значит, троцкист замаскированный, причем Каганович Сталину указывал, что ведь Хрущев был троцкистом. Но Сталин говорит, что ну, время-то уже много прошло, наверное, все-таки исправился, человек повзрослел. Вот, и как-то так не было дано этому ходу, хотя Лазарь, как его, Моисеевич, такой был человек довольно, значит, толковый, понимавший все-таки в этих вопросах и видел тоже глубоко. Но, тем не менее, значит, вот этим антисталинизмом нас придавливали давно, придушивали давно. А уж, конечно, где-то вот тут опять с Горбачевым антисталинизм пошла уже третья такая волна, причем наиболее крутая. И уже теперь антисталинизмом не только громили, значит, социализм, но уже стали громить и Ленина, и вообще все коммунистическое. Поэтому и с этой стороны вот такая вот позиция, значит, людей, которые создали Коммунистическую партию Российской Федерации и, значит, продолжали вот этот путь на уже серьезном партийном уровне, она говорит о многом. Ну и точно так же на съезде КПСС наши товарищи выступили против Горбачева и против курса на рынок. И надо сказать, что вот с этим таким заявлением и платформой, собственно говоря, выступил от имени инициативного движения коммунистов Тюлькин. Комиссия рассмотрела все представленные ей альтернативные документы и дополнения к проекту. В их числе предложения товарища Сергеева, товарища Голеса и другие, включая самостоятельный проект резолюции, переданный товарищем Тюлькиным от имени группы делегатов и приглашенных от марксистской платформы и Оргбюро инициативного движения.
съезда. И надо сказать, что, значит, сколько там, 1700, по-моему, человек, делегатов съезда, проголосовало за нашу вот такую антирыночную платформу. И это составляло значительную часть съезда. Я сейчас уже не помню, сколько это процентов составляло, но где-то, да, наверное, где-то больше трети коммунистов на съезде проголосовали против курса Горбачева. Тем не менее, никаких выводов он не сделал. Есть сопротивляющийся строй, кто не принимает перестройку. Я о них говорил в докладе, я и сейчас могу сказать, и здесь, на встречах с рабочими, секретарями партийных организаций, эта тема звучала. Есть они, но многие просто должны еще освоить, ну, понять эту нынешнюю ситуацию. Не скрою, что меня очень обеспокоило, когда съезд 3/4 голосов решил изменить название комиссии по экономической реформе, исключив из нее слово «рынок». Значит, сохраняется непонимание предложенного обществу крутого поворота на радикальное изменение ситуации в народном хозяйстве. Сторонники таких взглядов рассчитывают обратить Компартию России против перестройки, в которой видят только ревизию марксизма. Но это все-таки мы уже, значит, переходим к следующему этапу борьбы, когда из Объединенного фронта трудящихся, значит, родилось сначала инициативное движение. И сначала были приведены инициативные съезды коммунистов России здесь, в Ленинграде, потом один в Москве, и на основе вот этих съездов создано инициативное движение коммунистов России, которое получило очень большое признание широкое, вылилось в движение, из которого потом возникли и коммунистические партии. Но это уже другая тема, и я думаю, что у нас будет возможность еще поговорить о движении коммунистической инициативы. А сейчас мне хочется только вот что вспомнить, что касается Объединенного фронта трудящихся. Что мы проводили митинги, значит, еще до вот этого коммунистического движения в 89-м году. В 90-м году мы провели несколько крупных митингов. И вот наиболее такой неожиданный экспромтом, в жуткой этой атмосфере, вот, но тем не менее очень нужный митинг, тоже я сейчас не помню, где-то 20-го, нет, наверное, так 21-го или 22-го августа 91-го года в Москве путч, значит, так называемый, да, путч в Москве, 19-21 августа, и как-то присмирели официальные, значит, партийные инстанции, особенно областные, так притихли, некоторые только выразили поддержку, значит, руководителям ГКЧП, вот. Ну, а мы, значит, снизу решили открыто, откровенно, смело поддержать. Вчера состоялось заседание секретарей Оргбюро Всесоюзного движения коммунистической инициативы. На нем были приняты предложения Государственному комитету по чрезвычайному положению. Оргбюро Всесоюзного движения коммунистической инициативы в столь сложный политический период считает, что Государственный комитет по чрезвычайному положению выполнит свои функции только тогда, когда чрезвычайный комитет станет организационным комитетом по восстановлению подлинной власти трудящихся в нашей стране, закрепленной Конституцией СССР и во многом сегодня замененной парламентами, мэриями, префектурами. И второе необходимое условие, когда кончится кризис власти, это изменение проводимого группой Горбачева-Ельцина антинародного политического курса, направленного на интересы небольшой группы людей. Мы считаем, что только два условия необходимы выполнить для стабилизации обстановки в стране. Первое. Нужно создать комитеты самоуправления на предприятиях, которые составят в советах палату трудящихся. И на основе этих
советов трудящихся, рабочих комитетов или других органов советской власти, необходимо выстроить настоящую советскую власть. То есть Всесоюзное движение коммунистической инициативы в принципе поддерживает действия Государственного комитета по чрезвычайному положению? Мы поддерживаем меры, высказанные в обращении к советскому народу чрезвычайным комитетом. Предыдущий съезд движения состоялся в Москве в июне, и, по словам председателя Оргбюро Половодова, Всесоюзное движение коммунистической инициативы поддерживают 4 миллиона коммунистов в 10 республиках, в том числе ленинградцы Тюлькин и Сергеев. Но времени было мало, поэтому сели на телефоны, значит, прозвонили, тут же до кого можно было дозвониться, дозвонились, вышли на Дворцовую площадь, значит, со знаменем, с лозунгами, с портретами, провели вот этот вот митинг. Никто нам не запрещал ничего, никто там нас не гнал. Он был не очень многочисленный, но вот он был. Ну, а в 91-м, а после уже, значит, того, как эти мерзавцы развалили СССР, весь 92-й, и в 93-м еще мы регулярно по всем крупным датам Советского Союза проводили митинги. Значит, ну, они были как бы уже совместными объединенным фронтом трудящихся и коммунистов. Инициативное движение коммунистов. Значит, причем, что я хотел сказать, что на эти митинги мы шли по Невскому, прямо от Московского вокзала, выходили на Невский, во весь Невский проспект, шло в этих колоннах, я думаю, 1020, значит, впереди машина, там микрофон и мегафон, значит, призывы провозглашал, а колонна скандировала там «Ура!», «Да здравствует Советский Союз», там «Да здравствует коммунизм» и так далее, и тому подобное. Пели песни, некоторые были там, значит, музыкальными инструментами, выходили на Дворцовую площадь и проводили митинг. Самый крупный митинг был 40 тысяч человек по данным милиции. Не по нашим данным, а по данным милиции. Причем где-то есть и записи этих митингов. Отчасти иногда их, значит, транслировали по ленинградскому телевидению. Этот митинг, организованный в частности Объединенным фронтом трудящихся, на Дворцовой площади, где еще несколько месяцев назад предавали анафеме коммунистов, сегодня требовали суда над демократами. Именно они, по мнению выступавших, виноваты во всех трудностях, которые мы переживаем, начиная от оскудения магазинных прилавков и кончая развалом совсем недавно процветавшей державы. Сегодня в Москве прошел митинг голодных очередей. У входа на ВДНХ собралась 10-тысячная толпа. Впрочем, о голоде здесь говорилось менее всего. Организаторы акции – Объединенный фронт трудящихся, патриотическое движение «Наше». Они выдвигали чисто политические требования. Отставку российского правительства, возрождение преснопамятного Советского Союза с восстановлением прежних границ от Балтики до Тихого океана с единой армией. Лидеры движения «Трудовой Москвы», Российской коммунистической рабочей партии, ряда других объединений выступали за единый Советский Союз, восстановление Конституции СССР, общенародную собственность. Среди требований – установление рабочего контроля над распределением продуктов питания и жилья, прежних государственных цен на товары первой необходимости, восстановление плановой экономики. От ВДНХ участники митинга прошли колоннами к телецентру, где требовали предоставить им время в эфире на центральном телевидении. А где-то у граждан есть и записи этих митингов, я думаю, что они как-нибудь еще будут обнародованы. 40 тысяч людей – это очень много. И вот, значит, из всех митингов и из всех выступающих мне запомнился, значит, совершенно замечательный дед. Фамилия его Пичушкин. Потом вот я вспомнил. Пичушкин. Священник, да. Священник, да. Да. Вот митинг вел я, погода хорошая, и вот меня, значит, кто-то с земли дергает за полу,
Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я оборачиваюсь, что такое? А у меня микрофон, мне нужно предоставлять слово, следить за выступающими. Что такое? Вот тут товарищ хочет выступить, а товарищ, красное у него такое одеяние монашеское, красная шапочка, красный такой, не знаю, как куколь называется, какой-то. Вот, говорит, хочу выступить. Ну и такому деду яркому, ну, конечно, надо дать выступить, тем более, что вот просят люди-то знакомые, стало быть, неспроста они просят. Вот, ну вот помогли ему забраться, он выходит, я объявляю, значит, слово предоставляется товарищу Печушкину, вот, и дедушка начинает. Товарищи, вот тут ругают Горбачева, обвиняют его, что вот он Иуда, и это неправильно. Мы так все притихли, как-то, значит, не от неожиданности. Так тут мы его критиковали, а дедушка, мол, чего ж это вы его критикуете Иудой? А дедушка продолжает. Ну ведь Иуда-то предал только одного человека, а Горбачёв-то ведь 300 миллионов. Ну, тут, значит, зал, вернее, аудитория, митинг зашумел, загудел. А он в таком же духе продолжает. Значит, и так несколько у него таких позиций было. Ну, и, конечно, там оглушительные аплодисменты. Я думаю, что вот он как раз уже тогда выразил вот это вот настроение народной ненависти к Горбачёву. Поэтому я думаю, что вот эти митинги в свое время... Они сыграли, конечно, очень большую роль. Рим будет! 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 Товарищи! Рим будет! Товарищи, мы альтернатива нового экономиста Объединенного фронта трудящихся заступает за усиление трудового характера доходов, за власть трудовых коллективов. Нет бюрократии и коррупции, нет распродажи экономики страны в частные руки. Объединенный фронт трудящихся участвовал в двух выборах. В выборах народных депутатов СССР и президента РСФСР в 91 году. Значит, на выборах депутатов СССР выдвинуты три замечательных человека. Михаил Васильевич Попов, профессор к тому времени довольно широко известный не только, значит, в Ленинграде, но и в России, и в Советском Союзе. Игорь Красавин, рабочий с завода «Дизель», молодой, симпатичный парень. И Анатолий Васильевич Пыжов, кораблестроитель. Они, конечно, не столько рассчитывали на то, что изберут их депутатами, сколько на то, чтобы использовать эту выборную кампанию и ее возможности информационные для пропаганды наших идей. И надо сказать, что, значит, они провели кампанию на высшем уровне. Высший уровень заключался в том, что они участвовали в нескольких передачах и излагали наши коммунистические взгляды. И с надписью справа, которая... Встреча с кандидатами. С надписью... Теледебаты.
Они стали мощной школой политического воспитания, средством выявления гражданского мужества и самосознания. С кандидатами народные депутаты СССР. Включаем студию. Итак, сегодня мы продолжаем второй раунд, или как это можно назвать, вторую нашу встречу с кандидатами в народные депутаты по национально-территориальному городскому округу номер 19. Собравшиеся в студии люди вам уже хорошо знакомы. У вас есть к ним много вопросов, много пожеланий. Не переставая, работает уже два телетайпа. Работа еще не началась, но уже зафиксировано рекордное количество, получено около 200 телетайпограмм или телеграмм, как вам будет угодно называть эти документы. А Пыжов потом прямо, значит, в экран потребовал, значит, исключить Горбачева из КПСС и, по-моему, поставить его, отдать его под суд. Ну, в общем, как-то резко он так выразился и этим получил такой очень хороший отклик у населения. Вот. Тем не менее, конечно, никуда их, значит, не выбрали. Никуда их не выбрали в этом 90-м году. Но зато они это использовали для формирования общественного мнения и для начатка организации Объединенного фронта трудящихся. После выборов, после подведения итогов выборов, они обратились к населению Ленинграда, что, мол, товарищи, кто вот проголосовал за нас, это, видимо, наши единомышленники, мы хотим продолжить и дальше борьбу, вот, хотим сделать такой вот, такую организацию Объединенный фронт трудящихся. Поэтому кто, значит, не чужд вот такого рода деятельности, приходите тогда-то, туда-то, и мы эту организацию, значит, создадим. И вот общество научного коммунизма, вот оно соединилось вот с этим движением, значит, избирателей, и вот так вот возник Объединенный фронт трудящихся. Ну и потом на следующий год были выборы президента, и здесь уже мы были такой широко организованной, довольно мощной силой. В качестве нашего представителя или кандидата в президенты выдвали генерал-полковник, он, по-моему, был, Макашов Альберт Михайлович, командующий Приволжским военным округом. Вот. А его вице-президентом профессор Сергеев Алексей Алексеевич, который вот приезжал к нам сюда в клуб «За и против» и несколько раз выступал, о котором я уже говорил. Поэтому это была такая довольно сильная пара. Советизация советов. Для этого необходимо, чтобы выбирали народных депутатов по трудовым коллективам. Ведь сейчас у нас в советах, даже в нашем съезде, рабочих меньше, чем в Царской Думе. Ну, дожили. Как вы оцениваете начало работы съезда и итоги его первого дня? Если я кандидат в президенты, не могу получить слово от председательствующего тоже кандидата в президенты, о чем еще говорить? Вы считаете, что Ельцин использует свое нынешнее положение как возможность создать себе льготные условия? Да? Подтверждаю. Прислали записки с просьбой дать им слово. Кандидат в президенты Макашов. Дважды председательствующий спрашивал у меня, о чем я хочу сказать на этом съезде. Прошу 6 минут, и я выскажу то, что я думаю о состоянии сегодняшних дел и о нашем президентстве. Я тот самый генерал, чье 5-минутное выступление на партийном съезде сделало столько шуму в стране,
за рубежом и в этом зале. У меня такое ощущение, и я уверен, что большинство не слышало и не читало это выступление. Рекламу сделала часть нашей прессы, болеющей гепатитом, которая по команде космополитов бросилась на генеральские лампасы. А ведь основное содержание выступления и мыслей генерала был и остается патриотизм. Тот патриотизм, о котором мы забыли и желаем, чтобы забыл наш народ. Не красота спасет Россию, а единение патриотических сил, как это бывало в трудную минуту для нашего многострадального государства. И вот я пришел на эту трибуну по воле тех, кто за два дня дали 144 тысячи подписей без всякой поддержки партии, телевидения и прессы. Чего же я хочу сделать для своего народа? Мы за единую и неделимую Российскую Федерацию в границах 45-го года, стабилизацию обстановки и межнационального согласия, за восстановление законности и порядка, соблюдение Конституции и существующих законов, стимулировать научно-технический прогресс, снижение затрат и цен, закрыть спекулятивные и поощрять товаропроизводящие кооперативы и фирмы, возродить государственную монополию на внешнюю торговлю, не допускать распродажи России иностранному капиталу, возродить советскую власть путем избрания депутатов в трудовых коллективах, обеспечить в первую очередь бюджет местных советов за счет отчисления от прибыли всех предприятий на территории Совета. Мы против капитализации нашего общества, безработицы и безбожного повышения цен. Я призываю кандидатов в президенты выступить вместе со мной за требования народа об отмене повышения цен на товары первой необходимости. Трясти надо не народ, а теневую экономику, трясти надо спекулянтов. Я предлагаю довести решение и расследование о продаже танков и 140 миллионов рублей за границу. Я вызываю Ельцина Бориса Николаевича на честный прямой эфир по телевидению без команды и без помощников. Пусть нас рассудят избиратели. Я не обещаю ни за 500, ни за 1000 дней и ночей больших благ. Я обещаю законным образом конституционный порядок, где каждый обязан трудиться, а не спекулировать, выполнять существующие законы, и на этой основе в республике должны появиться продукты и предметы первой необходимости. Российская Федерация должна быть республикой рабочих и крестьян, творческой и трудовой интеллигенции, патриотов своей родины, а не космополитов, не тунеядцев, спекулянтов и непроходимцев всех мастей. 6 минут ваши кончились. Одну минуту заканчиваю. Я солдат и командующий войсками округа. Говорю то, что думаю, в отличие от тех, которые говорят одно, думают другое и делают третье. Если я не выполню своих обещаний, то через 2 года вы можете распять меня на этой трибуне. Время. И возможно, Альберт Михайлович. И возможно качество прямого, честного минут, руководства, как никогда, необходимо в эпоху лжи, обмана, себялюбия и всеобщей политической проституции. И не за должность и звание президента буду бороться, а за единую, неделимую и богатую Россию. Мы тут мобилизовались все, довольно активно за них агитировали. Какой там, значит, процент они получили, я уже не помню, но нас, собственно, это и не интересовало. Мы понимали, что, значит, наши шансы равны нулю. Мы использовали и эту избирательную кампанию для пропаганды наших идей. И я думаю, что это наша... Значит, пропаганда, она, в общем, тоже добилась таких серьезных успехов. Вот, мне кажется, что вот эта вот вещь, она тоже очень важная, связанная с Объединенным фронтом трудящихся. Ну, я говорю, что мы вот организовали Совет рабочих Ленинграда и пытались
пропагандировать и проводить, насколько это можно, значит, выборы по производственным округам. Вот они родились в Объединенном фронте трудящихся. И надо сказать, что вот в этом вопросе нас поддержали профсоюзы. Я сейчас не помню, один из секретарей профсоюзной организации Ленинграда, Татьяна Михайловна, может быть. Вот, она поддержала нашу идею по производственным округам и пыталась что-то сделать, но тут Ленинградский народный фронт и демократы забурлили, забушевали, и так или иначе в Ленинграде эту инициативу прикрыли. А вообще такой, значит, мы дошли до Центральной избирательной комиссии, и опыт вот этих выборов, он был все-таки проведен. И, наконец, в Литве там создалась ситуация, что командующий военными силами в Литве поддержал, значит, вот эти выборы. Теперь швец там был у них такой активный человек в движении, в литовском движении «Единство», наш такой союзник. Ну, Интердвижение, да, называлось «Единство». А называлось «Единство». Значит, ну и меня послали туда товарищи, значит, с тем, чтобы предложить им эту идею, значит, чтобы обсудить и по возможности реализовать, создать советы, куда бы вошли рабочие, интеллигенции и военные. Полностью советы трудящиеся, как в 17-м году. Ну и надо сказать, что две стороны, они были готовы, вот, а я пошел говорить с первым секретарем и секретарем по идеологии Ермолаевичем Йозефом Йозефовичем. Но Буракевичус говорит, что ну как мы можем, там центр, Горбачев, мы от них зависимы, не, мы не можем сами действовать, мы не можем. Так уехал я без их согласия. А через некоторое время их заарестовали и судили. Одному дали 6 лет, другому 9, кажется. После путча? После путча. После путча, да. Так называемый. Причем я потом встретил одного, значит, их коллегу, и он мне рассказал, как было дело фактически. Значит, вдруг им звонят часов там в 12 дня, что выезжает машина, готовится, значит, зарестовать вас и архив. У вас есть примерно час на сборы и куда-то исчезнуть, да. И вот, говорит, мы машину подтянули под окно архива. Побросали в эту машину, значит, бумаги, которые, ну, в первую очередь необходимы. Вот, запрыгнули сами Ермолаевичус с Буракевичусом, и эта машина вывезла их в Белоруссию. Но по нынешним законам и средствам связи, куда скроешься и денешься? Значит, там их все-таки обнаружили, деваться некуда. Вот, а потом по требованию Интерполов, значит, сдали в Литву. И вот один отсидел 6 лет, другой, по-моему, 9. Вот. И надо сказать, что они отсидели и вышли, но потом в скорости года через 2-3 Буракевич умер. А Йозеф Йосифович, он и сейчас в Москве преподает политологию, пишет книги, стоит на пролетарских позициях. Он учился когда-то в Ленинградской высшей партийной школе в конце 50-х годов. Так что много было славных дел у Объединённого фронта трудящихся. Я думаю, было бы полезно, если бы какая-то молодежь заинтересовалась и эту деятельность собрала в какой-то один такой архив или в книгу, написала. Я думаю, что это было бы поучительно. В том числе было бы поучительно и рассмотреть вот эту деятельность с современной стороны, рассмотреть,
те наши слабости, которые вытекали из тех наших представлений, недостаточно конкретных. Я думаю, что в тех условиях можно было уже действовать поконкретнее, но мы тогда к этому были не готовы. Мы все-таки воспринимали, что идет борьба двух сторон. Значит, что коммунисты расколоты по всей линии сверху донизу, и антикоммунисты сверху донизу. Тогда как на самом деле теперь я понимаю, что никаких там наверху коммунистов не было. Даже Лигачев, при всем моем к нему уважении, но и он, хотя и был, как говорится, убежденный коммунист за Ленина, за Сталина, за Родину, но такого соображения проникновенного даже у него не было. Все равно они в той или иной мере были антисталинистами. Они не защищали социализм и коммунизм от антисталинистов. А это подрывает источник, подрывает корень, подрывает сознание. То есть они недостаточно овладели марксистско-ленинской теорией и совсем не овладевали диалектикой и, прежде всего, наукой логики Гегеля. Я думаю, это был их крупный такой идейный научный недостаток. И думаю, что теперь, ну, наши ряды, они в значительной мере от этих недостатков избавлены. Я думаю, что теперь наше сознание более конкретное, более точное, более глубокое, спокойное, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что борьба не закончена, борьба продолжается, враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо. Сегодня в Москве прошла демонстрация в честь годовщины революции 17-го года. Ее организовали Объединенный фронт трудящихся движений «Единство за ленинизм и коммунистические идеалы», Молодежная организация коммунистической инициативы и Союз рабочих Москвы. Хватит обманывать людей! Лжекоммунисты – это были коммунисты на словах, такие как Горбачевы, Ельцины, Поповы, Собчаки. И капиталисты на деле – мы сегодня видим, кому они отдают власть. Мы сегодня видим, кто такие мэры и супрефекты. Мы сегодня видим, как они подняли экономику до того, что в Москве 2-3 часа народ выстаивает за хлебом. И сегодня снова лозунг «Хлеб народу, фабрики и заводы рабочим, земля должна быть у трудового крестьянства». Сегодня нужно повторить социалистическую Октябрьскую революцию. И чем быстрее, тем лучше. Контрреволюцию делают сверху, а не снизу. И сегодня мы на эту буржуазную контрреволюцию должны ответить. Революция снизу, такой же революции, настоящей, как Октябрьская. Наши лозунги простые. Власть советом рабочих и крестьян, а не буржуазным президентом и парламентом. От имени Совета рабочих фабрики «Скороход» мы поздравляем вас с великой годовщиной Октябрьской социалистической революции. Мы твердо знаем, что дело октября непобедимо. And there was a demonstration in Kiev, organized by the United Front of Workers of the Ukraine. Первое слово!
сегодня мы предоставляем сопредседателю Объединенного фронта трудящихся Шейну Олегу Васильевичу. С днем революции вас, дорогие астраханцы! Сегодня мы отмечаем день Октябрьской революции. Мы отмечаем тот день, когда народ решил сам решать свою судьбу. Когда люди перестали ждать указки верхов и начали бороться за свои социальные, экономические, за свои политические права. Буквально за несколько лет Горбачевско-Ельцинской кликой развалена огромная страна. Normal citizens, not by the leadership of the nation. There were people protesting against the restoration of capitalism in Russia. Демонстрантов отсчитывалось около 40 тысяч. Манифестация, начавшаяся с Октябрьской площади, закончилась возложением цветов у мавзолея и выступлением ораторов, которые требовали отставки Горбачева и Ельцина и передачи власти рабочим советам.